Значит, у нас уже более месяца не работают российские каналы. Они запрещены. На Украине запрещено их вещание. Полностью везде отключены. Абсолютно, en todas partes están cortados. Единственное, мы можем смотреть их на спутник. Lo único que podemos verlos es a través del satélite. Ловя российские спутники. Intentando pillar algún satélite ruso. Я могу сказать, что все средства массовой информации всегда чуть-чуть привирают. Que todos los medios de comunicación siempre mienten un poquito. Но российские средства информации говорят все-таки больше правды, чем украинские, которые правду не говорят вообще. И если бы они хотя бы врали, мы бы тогда делали знак минус и понимали, что происходит. Но они иногда просто фантасты и рассказывают сказки. A veces simplemente cuentan fantasías, cuentan cuentos. То, что не происходит вообще. Lo que no sucede en absoluto. Какой бы знак ни ставил. No puedes ni siquiera ponerlo con el signo contrario y pensar, bueno, pues si dicen esto, sucedió lo contrario. No, es que no se sabe lo que dicen. Российские каналы отключили для чего? ¿Por qué han desconectado los canales rusos? Чтобы здравомыслящие люди. Para que la gente que piensa не могли слушать разные точки зрения. No pudieran ver distintos puntos de vista. И принимать свое решение. Y tomar sus propias decisiones. Что правильно, а что нет. Lo que sería, que es correcto, que no es correcto. Украинцам говорят. A los ucranianos les dicen. Вы полные идиоты. Sois idiotas. Вы не можете мыслить. No podéis pensar. И поэтому вам выбирать не разрешено. Вы будете слушать только нашу пропаганду. Точно так говорил Гитлер. Lo mismo decía Hitler.